В округе может стать больше памятных мест, связанных с воспоминаниями о Великой Отечественной войне. Неравнодушные жители считают, что в Люберцах не хватает памятника труженикам тыла и детям войны. С просьбой об установке обелиска они обратились в общественную палату. Памятник в Люберцах просто должен быть установлен. Это однозначно. Это необсуждаемо. Потому что мы, взрослые, должны будем что-то своим детям, внукам, правнукам, прапраправнукам показать и рассказать, что были именно такие люди, которые жили в Люберцах. Инициативная группа пришла на заседание общественной палаты не с пустыми руками. С помощью люберецкого скульптора Александра Рожникова удалось подготовить макет будущего памятника. Активисты даже начали копить деньги на его возведение. 200 тысяч рублей размещены на счете благотворительного фонда при администрации. В основном это пожертвования детей войны. Общественная палата предложение активистов поддержала, но призвала обратить внимание на проблемные точки в этом вопросе. Для мемориала нужно подыскать подходящее место и собрать средства. Вполне возможно, не обойдется без помощи спонсоров. По предварительной оценке, стоимость памятника составит 6,5 миллионов рублей. Всем привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.